Ника Кивач. Рецепты от шеф-повара. А вот и грибочки. Это черные лисички. И желтые лисички соберем. Всем привет! Мы находимся под Сартовало на турбазе «Хутор Ярви» на фестивале шеф-поваров. Фестиваль называется «Гастро-уикенд без принципов». И на нем мы приготовим наше блюдо из черных лисичек с уткой, с яблоками и тыквой. Поехали! Со мной в паре, в дуэте будет работать Алексей, наш повар Кивача. Дай пять, Леха. Начнем мы, наверное, с подготовки тыквы и мяса. Леха, руби тыкву, а я подготовлю гриль. Одно кольцо, одну утку. Ах, красота. Размололи перчик. Возьмем нашу соль черничную. Сами делаем, вкуснятина. Закроем минут на 7-10. Тыква такая твердая, поэтому ей надо чуть подольше постоять. После этого мы подготовим яблоки и лисички. Леха занимается яблоками, я займусь грибами. Лисички черные. Кто не верит, можно ближе. Это наши лисички. Там у нас утка и тыква. И еще минут на 5 закроем. Смотри, грибы готовы, яблоки готовы. Клубника нам надо подготовить, получается, да? Немножко так ее. Сковорода. Немного маслица. У нас яблоки будут заменять картошку. Яблоки мы пожарим вместе с лисичками. Солим. Грибы закрываем. Они жарятся. И после этого мы собираем блюдо до конца. Мы укладываем сюда нашу тыкву. Потихоньку собираю блюдо. Итак, лисички готовим минут 7 с яблоками. Яблоки плотнее. Хорошо. Грибы готовы, яблоки готовы. Я кладу пару яблок. Я кладу грибы, ты утку. Утку клади в центр грибов, одним кусочком. Вот так, отлично. Яблоки внутри. Я голубику, ты клубнику. В тандеме. Их так по кругу маленькие сделай. Вот такие вот нужны будут. Вот такие вот. Вот так вот, смотри. Во. Придадим такой лесного аромату им. Лисички-то у нас из лесу. Это большая. Во. Конечно. Во. Еще одну.
Вон она есть, да, у тебя. Вот сюда ее. И к бруснички добавим? Добавим. Вот такое блюдо с тыквой, уткой у нас и черными лисичками. Приятного аппетита! Клиника Кивач. К нам едут за результатом.